Девчонки какие молодцы. Варя уже у нас умеет седлать. И рассказывает Ольге, как правильно ложить. Оля учится. Девочки молодцы. На ступеньке. Рост нам не позволяет. Оля умница. Хорошо. Вот, правильно. С седлом будет сложнее. Главное, Оля, не перевернись там седло. А то я чуть-чуть перевернулась. Варя уже знает, как подавать так, чтобы человеку было с руки. Вот это и вперед, это и назад. Передней лукой вперед, задней лукой назад. Тяжело, да, Оль? Отдай Варе, отдай. Она уже умеет. Давай. Спускайся, она тебе покажет. Видишь, Варь, как ты держишь седло? Ты по-другому взяла седло, и тебе уже будет удобнее ложить седло. Аккуратно. И вот сзади. Не бросаем, стараемся мягче. Кладем седло на спину лошади. Вот, да, поправляем. Можно чуть выше, а потом вниз спустить. Тогда это так, все расправляем, заправляем. Справились? Ну, расправляйте, заправляйте. Крыло. И при струбке заправляешь вот эту штучку. Давай. Чтобы подушка и вольтрап не уезжал. Там коротенько, Варя, я тебе показывала как. За эту. Не, зачем? Возьми вот так вот. Это же у тебя заправленная. Ты вот так. Хоп. Вот под низ. Это придержи. Придержи. Вот, видишь, и у тебя получается петелька за петельку. И все, и оно держится. Выпрямляюсь. Ну да, иначе вам не будет, будет продавливать, когда ногу прижимаете. Вот. Да, там придержи. Даже чисто для красоты оно не уедет, но чтобы вам эти петельки не болтались и чисто эстетически было красиво. Выискиваем из всей кучи подпруг нашу. У нас тут и выездковые, и конкурные подпруги висят. И не только подпруги, сиделка висит. Так, вот это колечко должно быть смотреть вперед, туда. Вперед. Здесь. Да, почему колечко смотрит вперед? Потому что за него цепляются другие дополнительные средства, а чаще всего это к голове лошади. Ну, сначала на маленькую. Где-то нам давай на третью.